Ну, хотелось порадовать жильцов. У каждого человека, когда как-то будет, что они внесли лепту какую-то в украшение этой елки. Канун Нового года – самое время экспериментов. Решили в 19-м домоуправлении и впервые к украшению дворовой елки привлекли жильцов. Кто шар отдал, кто гирлянду, а кто и вовсе удивил соседей творческим подходом. Дочь делала и внучка. Вечером часов до 11 на нам возились. Отдавать не жалко, ведь красота вон она, из окна видна. Наряжали тоже всем миром. Работницы домоуправления вешали гирлянды. Маленькая Алена собственноручно повесила снежинку. Пропустим колонну, господа! Пропустим, освободите проезжую часть! Главная новогодняя героиня пожаловала в город уже под вечер. Из Краснослободского леса привезли настоящую модель. Рост 27 метров. Формы пышные. Если верить кольцам на срезе, недавно красавица отметила 100-летний юбилей. Красивая будет. Но у нас не хватит игрушек, наверное, на такую елку. Игрушек хватит, уверяют чиновники. Наряжать красавицу начнут уже завтра. Будем украшать мишурой, будем украшать гирляндами, будем украшать шарами. Елка будет красивой. В этом году дерево из-за морозов привезли позже, чем планировали. Однако время еще есть, и к Новому году елка обязательно предстанет во всей красе. Анна Бурнаевская, Андрей Просвиркин, Денис Песков, Вести, Мордовия.